В прошлой серии мы увидели диких лошадей близ Кляйн-Аусвиста в национальном парке Намиб Науклюв. В этой серии нас ждет Сесрием и Соссусвлей. И на вашем месте я бы не терял времени. Если поразмыслить над историей человека как вида, окажется, что люди были кочующими собирателями, обитателями буши и побережья несравненно дольше, чем мы живем в домах или имеем водопровод. Если что-то брызгается, пищит или дышит, оно неизбежно окажется на углях и превратится в отличное блюдо. И лишь за последние несколько веков мы утратили знания, делавшие нас самыми успешными охотниками и собирателями, гастрономическими королями и королевами планеты. Я Джастин Бонелло. Эта программа «Приготовлена в Африке». Приготовлена в Африке. Иногда, путешествуя по стране, где еще никогда не бывал, ты ограничен перспективой с уровня земли. Но Намибия – одно из тех мест, которые можно по-настоящему понять, только увидев с воздуха. Воздушный шар поднимает вас в небо, и вы увидите все до самого горизонта. Вы достигнете уровня, где разум уже не сможет обрабатывать окружающую красоту. Это поможет понять, насколько живописны ландшафты Намибии. Я только теперь начал сознавать, как жаль мне будет ее покидать. Она великолепна. Я никак не ожидал, что по прибытии нас будет ждать завтрак с шампанским. Могу сказать, что благодаря нашему пилоту Эндрю и хозяину Полу все на профессиональном уровне. По возможности обязательно это испробуйте. Думаю, по сравнению с этим мое жаркое покажется приземленным, но как же иначе? В небеса, на рассвете, потом спуск и завтрак с шампанским. В Намибии это истинное удовольствие. Итак, пойду завтракать. Учитывая то, что эта передача приготовлена в Африке, единственным достойным блюдом для последней серии о Намибии будет наш последний национальный символ — спрингбок. По прибытии в Соссусвлей в национальном парке Намиб Науклюфт я был готов заняться этим парнем, но сначала решил сделать фруктовый лед, чтобы справиться с жарой. Фруктовый лед. В середине дня здесь невыносимо жарко, только безумные псы и англичане выходят на улицу в полуденный зной. Мы сидим в тени раскидистой акации. Позади меня шумят и развлекаются общительные ткачики и МЧП, маленькие черные птички. Я хочу приготовить фруктовый лед в кружке, потому что здесь очень жарко. Ребята смогут съесть его чуть позднее, когда мы пойдем в каньон с Сесрием. Немного сиропа с консервированных персиков, немного ананасов, апельсиновый сок, груши, немного лимонного сока, фрукты тоже выкладываем,
персики. И немного разведем водой, иначе будет приторно, а нам это не нужно. Добавим шоколадной мяты. Моя сестра, моя более мудрая сестра, как она иногда говорит, предложила инновацию. Берем полиэтиленовый пакет, кладем его в кружку, вот так. Расправляем и наливаем сюда немного сока с кусочками фруктов. В этом много семян. Кому-то повезет. Кладем ложку вот так и завязываем веревочкой, чтобы держалось. После того, как мы это заморозим, у нас получится отличный фруктовый лед. Вот и все. Осталось только поставить это в морозилку. Если вы в городе примерно на час, в этой пустыне придется ждать часа три. В результате у вас получится замечательный фруктовый лед. Каньону Сестрием 50 миллионов лет. Он не так велик, как каньон Фиш-Ривер или даже Большой каньон. Он небольшой, но все равно впечатляет. Только в пустыне можно осознать, что фруктовый лед гораздо ценнее изысканной трапезы в трехзвездочном ресторане «Мишлен». И это каньон? Противоположных стен можно коснуться, вытянув руки. Он совсем невелик, однако мой фруктовый лед сейчас дороже золота. Это наш предпоследний день в Намибии, и я хочу посмотреть как можно больше достопримечательностей. Мы слышали, что часть фильма Дженнифер Лопес «Клетка» снималась в Дедвлие. Так что мы собрались и пошли. Я хочу немного рассказать о законах Намибии. Дженнифер хотела, чтобы каждый день ее привозили на съемки на вертолете, но власти категорически отказали. Чтобы попасть на съемочную площадку, ей приходилось, как и всем нам, идти по этой дороге. Уверен, через несколько секунд вы узнаете эту сцену. Помните тот момент, когда ожили деревья? Нет? Ну, неважно. Что самое удивительное, деревьям более 700 лет. Спрингбок на вертеле. We'll be right back.
Для нашего предпоследнего вечера в этой стране мы постараемся использовать как можно больше того, что осталось. У нас будет жаркое, которым занимаются Гарт и Уолт, а я приготовлю батат с маршмеллоу, сладкий батат с маршмеллоу, стручковую фасоль и все прочее. Это будет долгий день. Сейчас час дня. А есть мы будем не раньше 6. Так, парни? Гарт, расскажи об этом, и я займусь другим. Ты сказал Гарет или Гарт? Я сказал Гарт, да. Я плохо выговариваю. Это будет спрингбок под соусом. Мы надрезали суставы, чтобы расправить тушу. Все просто. Мне понадобится этот жир. Я кладу его на сковороду к оливковому маслу. Потом мы смажем жиром грудную клетку, шею и тому подобное, чтобы не высыхало. Немного приправ для гриля, соль, черный перец. Позднее, когда спрингбок будет почти готов, мы приготовим для мяса сладкий соус с ягодами черемухи. Вот и все. Помимо этого, нужно просто сидеть и ждать, попивая корону и любуясь видом. Пойти поплавать в бассейне – отличный план. Сюда приходит отдыхать дьявол. Давай по очереди, кто-то следит за огнем. Боже, как жарко. Я пойду туда. Вот и все, ребята, сейчас мы уйдем, а примерно через 3 часа я приготовлю вам хлеб, батат с маршмеллоу, стручковую фасоль с паприкой, а затем мы сядем есть. Сегодня мы устроим вечеринку в честь окончания поездки. Это мы умеем. Да, корона на подходе, вино охлаждено. Большой костер, много еды. Washed up on the beach, they had no destination, so far out of reach, caught in the currents of some distant shore, looking for adventure, never knowing. Now cooking in the great outdoors isn't exactly easy. Смею вас заверить, готовить на фоне красивой природы совсем непросто, но мы стараемся, чтобы так казалось. Стоять 5-6 часов под палящим солнцем тяжело, изготавливать вертел из стоек палатки еще тяжелее. Спрингбок готовится в течение 4,5-5 часов. И он уже выглядит аппетитно. Теперь надо, чтобы Гаррет приготовил сладкий соус для спрингбока. Для этого нужно сок 2 апельсинов, сироп из ягод черемухи, мед, немного перца и соли, 2 крупно нарезанных перца чили для пикантности и красное вино. Спрингбок и красное вино – это классика. Будет замечательно. Вот такое горячее. Свернутый хлеб. Итак, у нас есть примерно час. В первую очередь я хочу приготовить хлеб. Это очень просто. По чайной ложке соли и сахара, 60 граммов масла, 110 миллилитров теплой воды, а здесь 400 граммов муки, 2 яйца, 10 граммов дрожжей. Сначала берем все сухие ингредиенты и кладем сюда. Наливаем в миску теплой воды и высыпаем туда дрожжи. Сверху присыпаем мукой и ставим в теплое место. Это сойдет. На улице так жарко, что можно ставить куда угодно. После этого кладем масло в муку и просто вымешиваем. Добавляем сахар и соль. После этого нужно перемешать яйца. Разбиваем в салатник. Когда дрожжи начинают подходить, замешиваем их с яйцами и выливаем в муку. Начинаем вымешивать. Возможно, придется добавить теплой воды. Для этого и нужны те 110 миллилитров. Вымешиваем, чтобы получилось мягкое однородное тесто, а затем закрываем салатник пищевой пленкой и ставим в теплое место подниматься. После этого вымешиваем и опять ставим подниматься. Я покажу вам кое-что интересное с этим простым хлебом.
Поймали? Видите, какое мягкое тесто? Оно уже дважды поднималось, так что теперь нам нужно только насыпать сюда муки и немного растянуть его. На перегонки? Нет. Еще немного? Оно не совсем мягкое. Я принесу свой нож, сыр фета и маслины, чтобы закончить с хлебом. Сыр нужно хорошо отжать, иначе, когда вы его запечете, хлеб станет слишком соленым. Это секрет? Сыр гармонирует с белым вином. Сюда нужен лед. Можете поверить, что здесь блок льда стоит 30 баксов. Не блок, а упаковка. Да, упаковка. Извини, если оговорился. Чтобы добавить лед... Это небольшой кусок льда, так что двойной бренди с колой может обойтись в 180 баксов. Затем с помощью кружки вырезаем середину. Сыр надо слегка отжать, иначе хлеб станет слишком сырым и соленым. Разложим маслины на все куски. А затем самое интересное. Кладем один кусок на другой, скручиваем. И складываем вот так. Давай здесь уберем. Я вернусь через пару секунд. Как видите, хлеб начал подрумениваться, красиво поджариваясь с нижней стороны. Сейчас мы перевернем его на другую сторону. Сыр и оливки станут частью этого хлеба, а затем придет черед жаркого. В этом котле, подойди, посмотри. Я приготовил батат и мускатную тыкву. Они доведены до полуготовности и очищены. Две большие тыквы и 12-14 клубней батата. Положим сюда сливочное масло, все, что есть, щепотка соли и черный перец. Сейчас я быстро его разотру. А теперь все перемешиваем. Немного сливок. Я не собираюсь выливать все, иначе блюдо станет сливочным. А сверху кладем маршмеллоу. Просто выкладываем сюда. Они могут слипнуться, но их нужно разделить. До ужина осталось буквально 10 минут. Поставить на огонь и подождать пару минут. Гарнир будет готов одновременно с мясом. Отставим на пару минут и займемся хлебом. Вот здесь приготовлены разные овощи: стручковая фасоль, бобы, цукини. Мы пожарим их на сливочном масле с красным перцем, так как нам нужно немного овощей на гарнир. Сразу после этого я приготовлю немного соуса, и можно будет ужинать. Пора поставить это на огонь. Можно тут с краю? Сначала кладем бобы, потому что они готовятся дольше всего. Паприка. Добавим немного шоколада и соуса из черемухи. 70% темный шоколад.
Видите, как здесь жарко? Шоколад плавится на солнце. Смотрите. Видите, какая жара? Красное вино. Вишня. Так закончилось наше путешествие по Намибии. Мы находимся на вершине 45-й дюны в национальном парке Наукльюфт. Так делают все туристы в конце своего путешествия. Поднимаются на вершину этой дюны, снимают восход, спускаются к машинам и возвращаются туда, откуда приехали. И всегда получается так, что вы чувствуете грусть и одновременно восторг. Ведущий, сорежиссер, автор идеи Джастин Бонелло. Продюсер Даррен Паттер. Сорежиссер Дейл Роткин. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media.